Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение, конечно же, легендарной Biohazard 2, оригинальной японской версии. В предыдущей части получилось так, что произошла у меня смерть, и я добрался до определенного момента, с которого сейчас я начну. А вы не забывайте ставить любое. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться, ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну а мы поедем. Resident Evil 2. Так-с. Получается, вот, да. Вот, получается, я оттопырился. Я вот здесь сохранился, где побывал. Шерил где? Шерил, пардон. Так, а я выложу-ка эту. И возьму-ка я арбалет. Да. Это я тоже выложу пока. У меня идея появилась. Да, и самое главное, вспомнил, да. Надо не забыть взять зажигалку за подарок. Так, оружие. Ну, а мы едем дальше. Наливайте кофеёк, чаёк. И мы летим. К нашему месту смерти. Где нас убили кто-кто? Конечно же, сраные ликеры. Чик, камеру повернем. Правильно. Так, псина, иди нафиг, псина. Да блин, ты чё, тварь? Чё, мне сейчас псина еще? Не хватало, чтобы меня еще псины сейчас сожрали. Чё за нафиг? Что-то вообще мне не везет. Так, Вася. Давай-ка зайдем по-бырому. Блин, надо было, да, взять все-таки пистолет. Ну, ладно. Тут вот моя смерть. Есть первый. Так, ты там готовишься к прыжку, сука? Да ты чё, сука, живучий? Странно. Одного с двух патронов. С одной пачки. Ну, двух выстрелов. А тут что-то этот вообще оказался. Падла еще тот живучий. Который тут готовился к прыжку-то дикер. Охренеть. Так, тут зомбаки. Ладно, сейчас пока я вернусь на зомбаков. Да ты что ты? Еще и зомбаки живучие стали. Черт у вас всех. Живучесть у всех повысилась. Карту точно. Что-то я очкую, ребята. Как-то меня стали это нормально так коцать. Хардкорим. А чё, здесь стрел-то не лежит? Странно. Ну, вот мы за Лёньку оставляли. Теперь мы это все возьмем. Фух. За Клэр, как мы видим, уже система выживания потяжелее стала. Ну и ее быстрее, конечно же, кроссы зомбаки. Ну и урон мощнее. Так, кстати, они там уже открыли доступ к этой площадке или нет еще? Вот не помню, выход. Ну
Чё такие живучие-то? Там где-то волшебная травка должна еще остаться. А, да, открыть доступ. Все отлично. Волшебная травка. Только она нам ни хрена не помогла нормально. Фух. Да, я вообще второй сценарий плохо помню. Конкретно. Так, это еще там. Собаки? По-моему, здесь же должен быть собаки. Здесь пленка лежит. Хм. Зря они здесь патроны лежали. А нет, пленка. Да, а не патроны. А, я уже забыл, ребят, вообще. Все. Здесь никого нет? Травка, травка, травка. Травка. Травушка, муравушка, зелененькая. Все. Полный хп, там синяя травка, она мне нужна пока. Чувак. Я побегу проще с арбалетом. Я не очень люблю это оружие. О, мне больше нравится арбалет. Тело разорвано на части. Как будто что-то внутри из него ворвалось. Ибо я не любитель этого. Этого арбалета. Мне больше нравится в коде Вероника. Арбалет. Коломет. Как я его еще называю. Вот он будет поинтересней. Да ладно. Они что, вырвались, что ли, да, на свободу? Лёня, зачем ты их выпустил? Ладно, ничего нету теперь. Надеюсь, мы ничего не видим, потому что только за Лёня можно было взять красную травку. Чё ты там бери? Путилку взяли. Ага, здесь нам пока нельзя. Я не закрыл доступ. Грёбаные псины, блин, откуда не берут? Чё-то их вообще много стало. Замок, кстати, на другой стороне. Там кверху животом лежал. По-моему. Да, тут почему-то меняются зомбаки. Мы уже это замечали с самого начала игры. Когда в одном месте были полицейские, а потом обычный народ. Блять, по-моему, это, блин, бесполезная вещь. Вот у нее М79 базука, это да. Это еще хоть как-то выруливает. Ох ты ж. Вы так какие-то шлюзами. Так, перезарядка. Померли. Супер. Здесь как-то странно, они быстро скопытились. Так, тут спрей, да? Нет, ящик пуст. Есть ящик пуст. Все, ничего нету. Нема. Где-нибудь сразу мы читали. О, ну, ладно, дайте. Дам вам прочитать. Кто не читал, вы можете. Где? А что, нет?
Ай-яй-яй. Вот, можете полистать, понажимать на паузу, чтобы посмотреть. Уже с Леоном уже это читали все. Вот еще кислотные патроны. Пригодятся. Нам травка пригодилась бы, конечно. Но нам сказали, чешите бороду, Клэр Лэтфилд. Клара Захаровна. Здесь хоть ее правильно называют Клэр в этом переводе. Не хоть не Клара. Я все убивала. Что опять за... А, там зомбаки такие ползают, да? Я же вас не перебил тут всех. Тоже не надо. Я здесь уже, по-моему, больше и не пойду. К черту вас всех. Да, мы сейчас пойдем в интересное место, бляха-муха. Вот самое, что интересное будет сейчас. Жесть, по-моему, для меня. Если я запарю кое-что. Главное не запороться. Можем выбросить до его. Сыкать на что-то, ребят, сыкую. Что-то я очкую. По идее бы пленка вот здесь должна была облежать. Вот тут, да. Я это помню, потому что вот по европейской версии вот точно она здесь лежала. Зачем он брали зажигал? У Леньки-то она есть, а у Кларки-то нету. Бум. Ща будет. О, а про что я говорил, тут не запороться буквально. Надувной матрас. Удел. Я его уделил. Все. Больше. Даже мне патронов много не понадобится. Так, надо мной матрас. Дай мне что-нибудь полезное из тебя. Так. Ты щедрый, блин. Полная неразбериха. Проломил тут стенку нам. Хоть бы дал бы патроны для арбалета. А то я зря на них потратил на него. Хотя мог бы тупо слинять. А мы же хотим всех поубивать. Вот он тут проломил. Да. Я знаю, что ты еще раз придешь. Назвать большой дядька. Прототип Немезиды, блин. На этот раз живучий оказался. Все. 30 патронов. 30% ровно. Ну, теперь дал стрелы. Пошиба, дядя. Большой дядя. Теперь у нас есть и ручка, и это, и крутилка. Шестеренка. Ах, музыка холла, музыка холла. Так, я пойду что-нибудь выложу. И что-нибудь возьму. Выложу, к примеру, я пока кислотные патроны. Тоже пока стрелы могу выложить.
Зажигалка мне тоже не нужна. Травку взять. Чё-чё, а это обязательно. Что-то травка у меня тут поменьше стала. Зеленка-то у меня побольше даже, кстати, травы было. Чё я заметил. Ох, ракета, я забыл. Выгина. Насадил ей. Насадил ему. Бликер же. Такой снился так. Поджопников ему. Шесть патронов. 6% уходит на ликера. Ой, зачем я сюда? Я же не сюда. Крутилка. Так. Хочу нажать. Это не достающий нам камушек. Вот она туда прыгать не хочет, как Ленька. Вентиляцию. Так что придется нам идти другим путем. Какой ракурс? Вот Спайдермен. Вот как он, скажите, вот он забрался? Этот на танго. Не подходи ко мне, сначала не подходи, 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 не подходи. Умри! Есть. Блин. Что-то полезное даже. Ну, разрывные тоже неплохо. Вот как он мог запрыгнуть? Видели, как он ходит, как он. Как он взлетел-то, этот Спайдермен, он прикинулся, реально. Вообще не догоняю. Как он так мог? Всегда интересовало, откуда такая у него физика, когда он ходить не может нормально. Тормоз. А тут он на тебе взлетел. Ёпты, блин. Вот как он тут мог взлететь? Вообще не догоняю. А если с первого этажа? Чётный. Хантером решил прикинуться. Вот же бывает такое. Он говорит, 103-й тут как немезида, блин. Надоедает. Так, что нам нужно? Пока патрон найти. Уберем. Пистолет. Травку возьму. Блин, а чё я патроном? Ой, намудил. Пистолет. Всякие пожарные травки мне надо взять одну. Хотя бы. Эти у меня есть разрывные? Нету нигде, что ли? А, не только в этом. Так. Так, сейчас я вспомню, сейчас с кем битва. Ага, все, понял, с кем битва. Ёперный театр, будет сейчас весело, по ходу дела, вообще, ребята, сейчас будет адски жарко. Меня допетрил я, это будет битва не с тем, кем я предполагал.
Палти за Леоном убили с каким-то хренью какой-то. Первый босс типа у нас был такой. Какая-то херня мутирующая, выплевывающая изо рта. Падл. Ну, я вначале что-то подумал, что она сейчас будет. Ну, это в первом сценарии она. Сейчас вы увидите, что будет. Интереснее развилка. Клэр! Шерри, ты в порядке? Я рада, что ты цела, Клэр. Они рады. А я-то чё? Тоже рад должен быть. Да вставил бы сразу все, и всё. Не парились. Так, нет. Надо всё по очереди вставлять. Записька. Письмо шефу. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследования. Единственной угрозой нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс, Редфилд, Валентайн, Бартон, Чемберс и Виккерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следовать за ходом их расследования и постарайтесь избежать любой огласки. Аннет все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Уильям Биркин. Брайан Уайрнс, шеф полиции Ракун-Сити, в качестве оплаты. А, ну это мы читали. По-моему. 10 косарей мы заплатили, так как вирусы G почти окончены, когда вся работа будет сделана. Я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные сотрудники Старс все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокировать. Это мы у этого читали, у репортера, которого вот мы нашли сейчас труп-то. Клэр! Я спускаюсь. Стой там и жди меня, хорошо? Окей. Почему мы-то спускаемся опять? Почему мы? Пускай вон идет кое-кто. Радостная встреча будет. Я порадовался за него. Разрывные, конечно, патроны говно, но мы попытаемся. Разрывные на зомбаков вот, на всякий такой шелупонь, самое то. Ты далеко зашла! Неплохо, девчонка! Я не позволю никому покинуть мой город! Все умрут! Успокойтесь, шеф. Что случилось? Заткнись! Тебе никогда не понять, что произошло! Эти чудовища из Амбреллы уничтожили мой прекрасный городок! Как они могли поступить со мной после всего, что я для них сделал? Так это правда. Вы работали с Амбреллой. Значит, вам известно о G-вирусе. Что ты знаешь? Отвечай! Если тебе так интересно знать, это вещество, которое может превращать людей в совершенное биооружие. Гораздо совершеннее Т-вируса. Уильям Биркин, тот самый гений, который создал его. Уильям Биркин? Уверен, что ты уже видела его дочурку, которая пробегала здесь неподалеку. Шерри. Так ее зовут? В том случае, если до тебя еще не дошло, тот монстр, разрушающий мой участок, очередной результат воздействия G-вируса, совершенного биооружия. Амбрелла пытается замести следы, но если я собираюсь уйти, то и тебя прихвачу с собой. Что за...
Хороший перевод, кстати. Мне очень понравилось все. Все прям подробно даже рассказано. Еще кислотные патроны. Это гуд. Там больше ничего нет. Поделал тебе Айронс. А мы идем вниз. Что делать-то? Хочу я. Вот кто. Вот он. Изначально первая мутация Биркина. То я думал, что как мне как в лимоне от этой трубой, это будет конкретный один удар, и все трындят себе. О, мы его пригрохали все-таки. Фух. Жесть. Что на первой встрече была с Биркиным. Вот чего я, ребята, и стал. Потому что я всегда боялся, что мне это трубой леща выпишет, и все. И пипец. Он может выписать. Потому что я уже пару раз получал такого леща. И было, скажу, ребят, не очень вот это. Ну а перевод, да. Прямо, блин, порадовал. Молодцы, Тим Рак. Клэр, ты вернулась! Поверить не могу, что человек, создавший G-вирус, является ее отцом. В чем дело? Ни в чем. Мне кажется, что я нашла отсюда выход. Нам нужно найти безопасное место, если мы хотим выбраться из этого города. Но... Не волнуйся, я защищу тебя. Но ты не должна отходить от меня ни на шаг. Да. Защитить ее, но еще самих себя бы защитить. Это прям не было. У нас тут самих долбит нехило. Долбит Digital. Беги, беги, а то, блин, встанет, может усесться и все. Знаем мы ее. Типа потерялась. Проходишь сейчас первую часть СК, проходим его с Настином на канале. Я вот сейчас путаю Шерил и Шерил. Одна буква, блин. Целое имя. Камон, детка, камон, камон. Давай, уходим отсюда.
хорошая музыка. Ты мне патроны от пистолета навала. Факт, смотрителю поможет. Это тоже мы читали. За Леона. Зажигалка случайно не нужна будет? Я не помню. Нет, тут свет есть. Ой! Ты... Что, ничего нет, что ли? А это так может быть? Здесь мы пока тоже. Так как так? Здесь по-любому должно что-то быть. О. Разрывные патроны. Как мы видим, здесь тоже нет. Так, там что-то лежало, я видел. Ну, стрелы. Пусть будут. Пойдем, наверное, сохранимся. Ничего нет, шкафчик. Спрей. Нет, спрей мы не берем. Ага, есть лента, нет. Значит, надо взять. Че, надо выложить? Стрелы. А, стрелы же мне. Блин, у меня есть стрелы. Надо их совместно выложить. Может, мы кислотных? Ну, а вот у меня еще кислотные. Ой, что-то у меня сколько патронов всяких теперь. Да. Это поначалу я все выживать пытался. Сразу же кран возьму. Кран. Вы поняли. Пистолет. Так. Ну, все. К следующему, походу, я буду готов. Ну а на сегодня, ребята, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NeFright 908. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался, можно обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставляйте ваш комментарий по данным видео. И, кстати, все ссылки интересные есть в шляпе канала. Там есть и группы, и как связаться со мной. Ну а всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!